Потерянные динозавры. Как-то раз мама и котята гуляли в парке. Ой, что это было? Какая интересная штукенция. Мама, смотри, что я нашел. Эй, чувак, это мое. О, он еще и светится. Какая красота. Дайте мне поиграть. Мама. Подождите, котятки. Наверняка кто-то случайно забыл динозаврика в парке. Надо будет вернуть его хозяину. Значит, нужно положить динозаврика на место. Хозяин вернется и найдет его. А если пойдет дождь, динозавр рухнет и сломается. Или какая-нибудь сорока утащит его к себе в дупло. Ну что ж, тогда возьмем динозавра домой. Но после обеда попробуем найти хозяина. Напечатал объявление о найденном динозавре и указал наш домашний адрес. Теперь хозяин динозавра. Это разрешено. Добрый вечер. Добрый вечер. Не вы ли развесили все эти объявления? А мы вешали только там, где можно. И не наклея на скотч. Нет, нет, я как раз по объявлению. Этого динозавра потерял мой сынок. Вот и он! Мой сын так его любит, что уснуть без него не может. Я уж сам хотел вешать объявление, да вы меня опередили. Спасибо! Хорошо, что у динозавра такой любящий хозяин. Это точно! А то было бы жалко его отдавать. А знаете что? Приходите завтра утром в парк. Поиграйте с динозавром вместе с моим сыном. Я уверен, что он будет очень рад и сможет лично сказать вам спасибо. Котята были рады, что вернули динозавра его хозяину. Ведь у каждой вещи есть кто-то, кто ею очень...